От скучных шабашей, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойти посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: вы камагридеши, намылились в город, у нас ведь тоска. Ах, глупые бабы, да взяли хотя бы с собою меня, старика. Ругай друг дружку, взошли на пушку, навстреч попался им враг-вурдалак. Он скверно ругался, но к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему: как он? Возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе грандотель. Но леший поганил своими ногами, и их попросили отдельно. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою. И ведьмы пошлялись и тоже смотались, освоившись в этом раю. И наверняка ведь прельстили бега ведьм, там много орут и азарта на бегах. И там проиграли ни много, ни мало, 3000 в новых деньгах. Намокший, повлекший, насупился леший, но вспомнил, что здесь его друг домовой. Он начал стучаться: где друг, домочадцы? А те отвечали: запой. Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал вурдалак на софе.